Доброе утро. Сейчас мы находимся в Черногории. Это перед вами старый дом. Bude kočuje. Da se dobije crna boja, boja čokolade. Tamo je skadačno. Bude da pukanje. Где наша комната четвертая? Так мы теперь живем. Кухня. Все работает. Душ, ванна, туалет. Кто и кого? Бог. Учитывая то, что Иисус Бог выгонял торговцев из храма, мне кажется, он их ненавидит. То, что они сейчас это устроили. Я хочу в шторм. Сейчас пойдем.
каждый ее завоеватель ее расширял, укреплял и строил свою церковь. Вот сейчас с левой стороны эта крепость. На территории Черногории жили иллиры и авары. Иллиры жили в Бокоторском заливе, а в небольшом городке Рис, не была их столицей, правила ими королева Беуда. Авары жили на той части побережья, которая сегодня отходит под Бутванскую ривьеру. А город Будва был основан в то время и назывался Будуа и был поделен пополам. Половина была аварской, а половина греческих пиратов. Причем они жили в очень хороших добрососедских отношениях. С ростом Римского царства в конце II, начале III века нашей эры на территории Черногории приходят римляне, которые очень много делают для ее развития. В частности, прокладывают дороги с юга на север, связывают Приморье с Северной Европой. Я загорела. Мне кажется, достаточно, да?